Слухай, Макс, привіт. Я насправді думав, з чого розпочати, але вирішив тебе спитати, з чого ти розпочинаєш свої коментаторські шоу? З якої фрази? Чи може якийсь крик? Як починається твоя робота? Ну, обычно работа комментатора начинается задолго до самой игры. Обязательно есть какая-то подготовка, но если мы говорим о стартовой фразе какой-то, то это обычно приветствие. И что, ты готовишься? Так. Так, да, я всегда я пересматриваю предыдущие матчи команды соперника, естественно, свои матчи там я смотрю тоже. Вот, какая-то статистика, какие-то факты. Может, это не спонтанная реакция какая-то? Нет, ну а стартовая фраза, какая-то стартовая фраза, то есть это обычное какое-то банальное приветствие, там, всем добрый вечер, по-українськи всім доброго вечора. Ми це починаємо нашу трансляцію. Я чув твої трансляції, ти кажеш про всім привіт, щось там наче найкраща гра у світі, це про баскетбол, якось так вона звучить. Ну, баскетбол, да, лучшая гра в мире, но все-таки я чуть по-другому начинаю. Ну, там нету какой-то, есть какой-то определенный шаблон, да, как начинаются там все эти трансляции, и я прописываю, кстати, всегда текст, ну, начало трансляции, то есть, чтобы не, да, да, вот такого вот всего не было. Не, знаешь, просто є, як у ринг-анонсерів якась своя там фішка, чи є вона в тебе? Заканчиваю я обычно какой-то определенной фразой, а начинаю просто с приветствия. Что це за фраза? Заканчиваю. Так. Любите баскетбол, играйте в баскетбол, смотрите баскетбол. Ну, то есть самое банальное. Кохайте баскетбол, так. Слухай, ну зараз немає глядачів у залі. Як взагалі тобі працювати, коментувати, коли в залі тиша? Есть определенное опасение того, что тренеры, даже и игроки, возможно, даже слышат то, что я говорю в микрофон. В первое время это вызывало какой-то дискомфорт, но есть... Ну, грубо говоря, опыт комментирования в довольно пустом зале, потому что не весь наш баскетбол настолько популярен, что сюда ходили зрители даже, когда это можно было. Ну, вот есть чемпионаты там выше. Не, ну в Днепре выше, ходят. Чемпионаты там лиг пониже, и там людей, в принципе, чуть поменьше. То есть пустой зал, ну вот так вот. Ну, даже иногда, вот недавно буквально там была игра на выходных, и тренер одной из команд подошел, говорит, пока его игрок пробивал штрафные, подошел ко мне, говорит, ну я хоть послушаю, говорит, есть у нас какие-то шансы еще на победу или уже нет? Вот. Ну, то есть тренеры какое-то внимание обращают, потому что я сижу всегда, ну, до лавки, там буквально 2 метра. Добре, як ти сам опишеш свій стиль коментування? Він в тебе є взагалі? Ну, є два глобальних, не то чтобы, ну, наверное, стиля, да, є два глобальних стиля того, как обычно комментируется, то есть, ну, почему, допустим, там в Штатах там или ещё где-то на больших, скажем так, турнирах, да, на высокобюджетных там турнирах минимум два комментатора, потому что есть два основных стиля, два основных, грубо говоря, направления. То есть так называемый play-by-play, это когда ты проговариваешь просто то, что происходит на площадке, грубо говоря, репортаж. А ну, інший там, по фану, він да, щось там, не совсем, да. А второй storyteller, то есть игрок, ну, комментатор, который рассказывает какие-то истории, возможно, какую-то статистику, там, подмечает какие-то там тактические, возможно, моменты, ну, какие-то там глобальные, не то чтобы там, ну, вот сейчас, не в моменте, вот, а вот все игры там, и все остальное. То есть есть два основных, то есть play-by-play. А тобі взагалі самому як подобається, коли ти один коментуєш чи з кимось? Ну, наприклад, я тебе бачу точно з Кирилом Фесенко. Мені особо не з чого вибирати, тому що у мене опит коментування в парі дуже-дуже маленький. Но взагалі круто, звісно, вдвоєм, тому що, ну, завжди є якийсь діалог, і ти просто не говориш куда-то. Вот. А ти завжди як-то з кем-то, да, розмовляєш просто-напросто, і, ну, завжди народжуються якісь нові прикольні штуки іменно в діалогі, тому що, ну, ти ще з кем-то, є ще хто-то, і це дійсно прикольно. А сам відчуваєш, можливо, якийсь скіл тобі ще потрібен, щоб дорозвити свій талант, або якийсь мінус можеш назвати? Завжди хочеться більше і глибше розуміти гру. Ну, от, що ти маєш на увазі? Ну, быстрее реагировать, допустим, на изменения какие-то там тактики. Да, бывает, конечно. Насправді, да, да, да. То есть, ну, не всегда ты понимаешь все то, что говорят, то, что делают игроки. То есть, есть какие-то определенные. То есть, ну, есть набор, но всегда можно глубже. Да? То есть, там, те же тренеры, когда тренируют, они всегда там проходят какие-то курсы повышения квалификации там, или еще что-то такое. То есть, не стоит на месте вся эта тактика. Ну, просто говорить слова, ну, это... Ты говоришь и все, то есть, ну, в этом особой сложности нету. Есть сложность в том, что говорить.
ну, в понимании. Точнее, даже не сложность, а хотілося б більше от глибини завжди. Слухай, ну ось в житті ти розмовляєш російською мовою, коментуєш ти українською. Да, чаще всього, да. Чи важко взагалі було тобі перейти на українську мову під час ось роботи? Адже мислення в тебе все одно, ну, російською. По-русски, да, я думаю, по-русски. Получилось вот так. Перейти, потому что как только я начинал комментировать, по-русски. И то есть я целый сезон, там, грубо говоря, баскетбольно отстрелял. То есть, ну, естественно, уже какой-то навык определенный именно говорения по-русски. И получается, начало нового сезона, первая игра Короче, сезона. Щелепа в тебе, ну, правильно. Первая игра сезона, да. Я начинаю там по привычке. Здравствуйте, дорогие друзья. И тут мне прям... Прямо в эфире на телефон звонит режиссер трансляции, говорит: «Макс, закон, мы должны по-украински». Я не сразу, но я переключился, но было сложно. Было сложно, потому что, ну, опять-таки, это навык, который нужно просто-напросто переделать. А что ты робишь там? Читаешь украинскую больше? Я, да, стараюсь читать по-украински, но больше сыграло все-таки, я всегда в этом признавался, никогда особо этого не скрывал, сериал «Симпсоны» с шикарной украинской озвучкой. Вот. Ось всегда так. Вот они привили там, ну, как по мне, то там, наверное, один из лучших разговорных именно украинских языков. Вот, и просто даже, ну, учитывая то, что сериал действительно прикольный, ты часто там что-то там цитируешь, там еще что-то там, тра-та-та-тра. То есть даже был момент прям такого глобального какого-то увлечения Симпсонами еще там в университете, и мы прям разговаривали фразами там из этого фильма, поэтому вот это вот как-то появилось, и потом надо было просто вспомнить, еще раз как-то пересмотреть, обратить на это внимание. Ты сказал слово «университет». Скажи мне, будь ласка, ты десь навчався коментаторському, ось коментаторській справі, чи ні? Де це ні, взялось? Ні, ну, конкретно коментаторському ні, тому що, наскільки я знаю, у нас взагалі такого поняття ні. У нас нету даже какого-то спеціалізованого спортивної журналістики, от, наскільки я розумію. Ну, в Дніпрі нету 100%, може бути, где-то там Київ, Львов, Харків. Хоча я сумніваюся, я ніде не зустрічав, що там где-то от, кафедра спортивної журналістики, такого нету. Про коментаторство тим більше. Ти за фахом редактор, журналіст. Угу. Давай так. В одному реченні опиши весь той період навчання в університеті. ДНУ, я так розумію. ДНУ, ну, да. Не розумію, я знаю. Да, это було... В одному реченні, усі 5 років. Ну, это було хорошо, і кафедра кафедра фізкультури дала більше, ніж кафедра українського язика і літератури. Добре, непогано. Всім привіт викладачам також ДНУ. Ти хочеш сказати, що тобі взагалі знання в університеті ніяк не допомогли саме в цій професії? Ні, не хочу сказати, звісно. Ну, тому що, ну, у нас було в університеті, у нас язика, от як такового, українського, русского було стільки. Просто неймоверно. То есть, ну, да, чому-то какие-то правила. Ну, журналистика тоже была. Но комментирование и журналистика — это все-таки немножко разные вещи. Вот. Поэтому, ну, это были университеты, это общие знания. То есть, как у нас всегда говорили, мы классичный университет, вы маете знать и разбираться в усем. Мне кажется, я даже знаю, кто так говорил. Да, дело в том, что если бы это был хотя бы один человек, то было бы немножко проще, а так это было прям кредо всего университета. Ну, добре. Спортивний коментатор – це якась складова спортивного журналіста? Ну, в чому-то, да. Тобто, це як-то перекликається. Тобто, по большому счету, да, це той же ефір. Ти говориш, ти розказуєш, ти ведеш репортаж. Поэтому, да, це близько к журналістів. Слухай, в Україні, ось ми за спортивну журналістику заговорили, це поранений звір, чи це вбита тварина, яка висить і опудило вже на стіні? Спортивна журналістика, як ти вважаєш? Взагалом, по всій країні. Та мені кажеться, що навіть то чучело, яке коли-то вбило, його вже муль поїла, на самом деле. Ну, тобто, ну, нету у нас журналістики, тим більше зараз, коли все превратилось в кликбейт какой-то. То есть, ну, главное, заголовок погромче, а что под этим заголовком, честно говоря, уже никого и не интересует, и никто не никому не интересно сделать это хорошо, чтобы было под этим заголовком. Все идет кликбейт, то есть какая-то сенсация. А в чем проблема? Ну, як це виправити? Можливо, не знаю я сам, але чому так? Чому спортивна журналістика? Ну, наверное, просто нету даже запроса. Але, ну, тому що по факту, ось дивись, ну, випуск новин,
Їй взагалі в новинах будь-де на телебаченні є дві редакції. І спортивна. Спортивна взагалі є будь-де, так? Є звичайні новини і спортивні. Але по факту спортивна журналістика ось така. Ну, не до запросу на своє общество. І ну, запрос на новості є завжди. Да? Ми дуже політизовані, всі прям до краю. Куди і куди не плюнь, везде одна політика, ми завжди готові. А на спорт такого нету. У нас ну, люди даже элементарно не готовы за это платить. А если за это не готовы платить, за продукт, за хороший продукт, то, естественно, никто не хочет делать хороший продукт бесплатно. Ну, то есть это понятно, естественно, потому что... Но у нас люди не готовы там на стадион ходить не за 50 гривен, а за 150. Это считается такая огромная цена. Хотя посмотреть цены на билеты где-нибудь там... Нет, даже ну, Укрзалезницы, то понятно. Вот. Если посмотреть цены на билеты там, в Англии на футбол, еще, ну, для нас это просто какие-то заоблачные. У нас люди не готовы. А если не готовы за это платить, то никто не будет делать хорошее бесплатно. Сделают лишь бы как и отдадут вам, вот, пожалуйста. Ну, ви не платите, ви получаєте такий продукт. Ти говориш про гроші. Чи можна на гонорари чи заробітну платню? Ні, давай так. Що можна? Чи можна взагалі прожити чи щось купити собі на платню коментатора? Ну, можеш не називати ніякі цифри. Ні, ну що там можна? Ну, більше нельзя, чим можна. Ну, по суті, це не робота для того, щоб собі щось дозволити. Ну, поїхати відпочити можна? Ось сезон футбольний прокоментував, наприклад, чи баскетбольний. Ну, так. Да. Ну, це не, ну, не копійки, але і не заоблачні якісь цифри. Тобто, ну, це зарплата, грубо говоря, вона ж все відталкується від ставки там, тих же журналістів. Там, да? Тобто, це плюс-мінус сопоставимі гроші з журналістикою в місті. Я тобі буду зараз задавати питання. Ти просто... Все, що перше в голову тобі буде приходити. Це одне слово, тобі має бути? Як захочеш. Чи хотів ти лайкою щось описати в ефірі? Да, естественно. Первое время, когда опыта еще не хватало, то ну, прям, ну, приходилось себя затыкать прям физически, прям чуть ли не руками сдерживать себя, вот так вот подпирать себе. Ну, потому что ну, вначале у меня было очень много эмоций всего. То есть у меня было прям очень эмоционально. Я старался там обидеть всех участников процесса, вообще начиная там от игроков и заканчивая городами команд, которые они представляют, там и все остальное. Ну, потом немножечко этот пыл улегся, то есть и сейчас... Ну, а так, звісно, да, всегда. Який найкрутіший матч ти коментував, згадай? Чи подію? Матч чи подію? Ну, баскетбол. Баскетбол. Нравится комментировать финалы какие-то. Нравится комментировать игры, в которых что-то решается. То есть не просто очередная победа или очередное поражение. Матч мрії, який ти хотів би прокоментувати? НБА. НБА, причому. Будь-який. НБА, да, з місця событий. Добре, мрія кожного коментатора – це? Щоб не було ніякого карантину, і ми, в кінці концов, доіграли сезон 2021. Я думаю, зараз всі коментатори, тому що повинно щось відбуватися. Ти повинен щось коментувати, якщо нічого не відбувається. Футбол чи баскетбол? Баскетбол. Чому? Ну, потому что. Ну, я люблю все-таки больше баскетбол, и как-то так с детства повелось. Хотя у нас тоже футбол номер один всегда так было, и всегда, наверное, так будет. Да? Но баскетбол, Джордан, Пиппен, ранние 2000-е Лейкерс там, и все остальное. То есть, ну, как-то всегда. Я был там чуть выше, да, чем многие там мои сверстники, поэтому всегда, о, баскетбол, баскетбол. Ну, как-то так и повелось. А я люблю футбол, потому что я не выше. Скажем так. И еще питання. У якого спортсмена ти б хотів взяти автограф? Автограф? Ну, автограф, наверное, ні у кого, тому що сам по собі автограф, наверное, особо нічого не рішає. З кем-то б увидеться і поговорити просто. Навіть Джордана не взяв би. Автограф? Леброн Іванович. Я взяв би кроссовками у Джордана, якщо чесно. Якщо можна було б автограф поміняти там, на годовий контракт з Джорданом, то я б легко. Уяви собі, що ти коментуєш матч, наприклад, збірної України і збірної Росії. Ти будеш неупередженим коментатором, чи ти будеш цькувати опонента під час трансляції? Ну, в будь-якому випадку буду как-то пытаться гнобить, в будь-якому випадку. Ну, у мене дуже сильні емоції по відношенню к этому триколору, которым там вони прикриваються. Вот, поэтому в любом случае, ну, я бы максимально выражал бы свое недовольство соперникам, людьми, тем, что они делают и все остальное.
Постійно. Я би не делал вид, никогда не делаю вид, что спорт вне политики. Спорт – это и есть политика. Чем больше спорт, тем больше политики. Скажи, в Україні є круті коментатори у будь-якому виді спорту? Якщо є, можеш назвати їх? Ну, в принципі, да. Є, звісно. Давай так, серед баскетбольних коментаторів. Мені подобаються коментатори із Южного, Богдан Бортницький. Угу. Бодя, тобі окремий привіт. Вот. Ну, так, ну, в принципі, все довольно-таки неплохо. Ну, рівень дуже виріс. Там за останні кілька років рівень виріс. С чем это повязано? Люди выговариваются просто-напросто. Ну, стало больше баскетбола, стало команд, много игр, много всего остального. И каждый навык, ты просто, если ты его повторяешь, ты становишься в этом лучше. Ну, а взагалі поняття по типу топ-коментатор, воно можливе взагалі у всьому світі? Я, наприклад, ось люди, які озвучують ігри, там, FIFA чи так, сокер, ну, це люди, справжні коментатори, і, по суті, вони, як вважаються, елітою, якщо їх допускають коментувати навіть ігри, ну, весь світ не грає. А от топ-коментатором можна стати якоюсь популярною особистістю? Наприклад, як Вацько, хоча в мене... Ну, я не вважаю його не те, щоб медійним. Він то насправді медійний, але йому це не личить. Ну, опять-таки, топи – дуже условна така штука. Да? В чому виражається там твоя топа? Ось про це і питання. В твоїх заробітках, в твоєму присутстві на телевізорі або в чому? Ну, тобто, треба розуміти, в чому ти топ. Ну, в чому іменно тебе определяють як топ? В кількості матчів чи да, що? Кількість ігри. Ну, тому що постійно чуєш цю фразу з... Ну, з TV, ну, медійність, наверное, медійність, то есть, да, тебя все знають і тебе просто там ставлять на ігри какие-то там, ну, самого высокого ранга, там Ліга чемпіонів, чемпіонати міра, Європи такого. Ну, і так ти, наверное, считаешься топом, да? Это, ну, это логично, допустим. Добре, баскетбол може стати в Україні спортом номер один? Думаю, нет. Ну, я не знаю, що для этого должно произойти. Ну, даже сборная там выигрывала в свое время, там довольно-таки пристойно выступала, но про это почти никто не знал. То есть у нас нет никакой узнаваемости абсолютного большинства баскетболистов даже в своем родном городе. Чому вони зараз не те, не се? Я про збірну України. Ну, то сложно, это процесс, нету такого результата. Ну, тобі не здається, що цей процес щось задовго триває? Становлення чогось, про що нам постійно розказують. Ну, баскетбол же не в вакуумі. В стране плохо, в баскетболі плохо, в футболі плохо, везде плохо. Поэтому, конечно, сейчас все тяжелее, чем было, допустим, когда на пике сборной, да, когда это был там 13-й год, когда там 6-е место на чемпионате Европы, 14-й год, там, дебют на чемпионатах мира. Совершенно другое было, совершенно была другая материально-техническая база. В связи с этим можно было позволить себе тренера, ну, мирового класса, скажем, топ-тренера, да, и тут было понятно, почему он топ-тренер, потому что тренер в свое время, если он становился тренером года НБА, это уже определенный статус, определенное умение тренировать, определенное умение работать. Сейчас таких денег нету и близко. Вот, совершенно другое обеспечение сборной. Ну, и поэтому, в гривнях. Да, поэтому то же самое, да, но в гривнях. И поэтому и такие результаты. Так, я знову тобі буду задавати швидко питання, ти будеш на них відповідати. Я буду тобі називати спортсменів, і ти спробуєш знайти персонажа, чи у кінематографі, чи в мультфільмі. Я дуже плохо в кіно і мультиках, але я попробую. У тебе є маленька дитина, ти можеш порівнювати з персонажами, якимись книжками. Отже, давай так, швиденько. Дар'я Білодід. Які асоціації? Вона принцеса з от цього крижаного серця, або як там. Добре. Леброн Джеймс. Монстарс із Спейс Джема. Усік. Усік. Та я не знаю, шалтай-болтай якийсь. Слухай, хто найпопулярніший, на твою думку, гравець у баскетбольній суперлізі України? Найпопулярніший в плані, медійності, ну, в плані узнаваемости какой-то? Так, так, звичайно. А в плані узнаваемости, ну, не знаю, ну, Ісус Санон, яркий парень. Угу. З яким персонажем його порівняв би? Ісус Санон, сусліком із Шрека, наверное. Теж непоганенько, Ісуфу передамо привіт. І запросимо так, до речі, до нас. Слухай, і хто найпопулярніший, на твою думку, спортсмен від Дніпра чи області Дніпропетровської? От хто тобі перший згадується?
Популярный, опять-таки, чтобы узнаваемый. Мне кажется, что это до сих пор остались те люди, которые играли еще за футбольный клуб Днепр, без всяких там СК. Ты вот, можешь на увазе Руслан. Да, Ротань, я думаю, даже до сих пор тот же Коноплянка, тот же Селезнев, вот эти вот все люди. Не дивлячись так на успехи, наприклад, легкоатлетов. Ну, мне кажется, да. Ну, потому что футбол показывают по телевизору. Бесплатно показывают по телевизору, его можно посмотреть. И, то есть все равно лица эти мелькают, и ты поневоле потом начинаешь как-то их узнавать. То, чего, ну, где у нас трансляция каких-то легкоатлетических соревнований. Ну, виходить, що постфактум ти вже дізнаєшся про те, що наші там легкоатлети, веслувальники, і, ну, досить немало так спортсменів, які здобувають нагороди, але ти про це дізнаєшся, що був якийсь чемпіонат так, світу. Так, де я можу це посмотрети? Вот, я про що і кажу. Тому і, по суті, медійність цих людей. Да, ну, несопоставимо, допустим, з тими ж спортивними результатами, яких вони добиваються. Вони можуть бути там в 100 раз чемпіонами чого-то там, ну, їздити на маршрутці і тобі просто скажуть, передайте за проезд, совершенно не узнав при этом. Поэтому, да, медийности не хватает категорически. Який інший вид спорту ти хотів би прокоментувати? Американський футбол. НФЛ. НФЛ. Не просто американський футбол, НФЛ. Ну, мені подобається цей спорт. Це дійсно. Що, звідкиля любов? Зуб, который сильно болел и который тяжело вырывали, вот, как раз совпала вот такая щека была, флюс. Вот, и как раз супербоул. Как мяч для американского футбола. Да, и дыня вот такая выросла, я такой, а, так супербоул. Вот, это была первая игра, которую я посмотрел, это финал в 13-м году, по-моему, ну, плюс-минус. Вот, я такой... Нормально, зайшло, да? Прикольно, да. А який вид спорту ти не вважаєш спортом? Который, наверное, не является видом спорта. Я даже не знаю. Это все спорт, все спортсмены. Шахи – спорт? Да, конечно. Точно? Конечно. Ну, а что, в баскетбол надо думать головой? Надо думать головой. В шахматах надо. Вот те совпадения. Не тяжелый физический спорт, наверное, шахматы. Хотя усидеть вот так вот несколько часов, конечно, на стульчике. А хто з українців може теоретично заграти в NBA? У сучасному NBA, сучасний український баскетболіст? Ну, перше, хто приходить, це Льоша Лень і Свят Михайлюк. Вони там вже і так грають. Тобто, ну, і заіграти ще краще, хотілося б, звісно, їх побачити в будь-якому випадку. Вот. Ну, той же Санон, ігрок вибраний на драфті NBA, зараз там... Есть какие-то движения у него в ту сторону, но пока это не столько движение, он просто лежит в сторону НБА. Але він повзе. Да, ну в ту сторону лежит просто, вот, я думаю, что у него есть все шансы. Он такой очень форматный для нынешнего НБА игрок. А робота коментатора – це творчість чи це якась вже механіка для тебе? Наверное, больше ремесло, творчество. Ну ти все равно ти не можеш делать то, чего нету на площадке. Ну, у тебя в любом случае есть какие-то рамки. И от того ты отштовхуешься. Да, и ты от этого отталкиваешься. То есть особо там прям... Не, можно, конечно, что-то придумать, но не факт, что ты успеешь это придумать и хорошо реализовать. Средств реализации не так много, на самом деле. То есть тебя даже не показывают. Ти не можеш там на пальцях щось пообіцяти. Ти як глядач, не як коментатор, готовий платити за трансляції на українському телебаченні за те, щоб дивитись спортивні події. Ну, навіть легкоатлети. Ну, я по суті теж, ну, і зараз плачу, да, у мене кабельне телевидіння, я його оплачую. Тобто це не ефірне якесь телевидіння, от мені його вже підключили, у мене є абонентська плата. Вот, то есть я фактически плачу, то есть ту Прем'єр-лігу англійську, яку я смотрю, ту там NBA по каналам каким-то там или ещё что-то, то есть я за них плачу. Отдельно вот это per-per-view, как вот это сейчас это ввели там Мегого на бой с Усиком, да, первый, по-моему, так, опыт такой был. Я думаю, да. Ну, тем более, они там выставили какую-то совершенно, ну, символическую цену, 25 гривен или что-то такое. Ну, то есть, по сути, для хорошего... Дуже смачный хлеб, я бы сказал. Для... Да, ну, ты, это просто чашка кофе, и то, наверное, не самого лучшего где-то на улице, просто-напросто. Не дуже. То есть, да, да, я готов на самом деле, но я хочу получать хороший продукт за это. Слухай, ось ти сам дивишся ж спортивні події. Чи як, ну, виникає в тебе таке, що
Слухаєш коментатора і сам собі кажеш: «Господи, що він несе?» Звісно, і завжди таке. Я, з одної сторони, радуюсь, що у мене таке не проскакує, як у тих коментаторів, а з іншої сторони, починаю захищати, потім думаю, точніше, про себе. Ні, ну так це складна робота, це складно, що-то не там встав, не туди, не то настроєння, що-то перепутати, ну елементарно просто. Не завжди ошибки робляться спеціально. На зло ошибається мало хто на самом деле. Ну, а себе по губам б'єш, коли щось не те ляпнув? Ні. Я навіть ніколи не звиняюсь в ефірі. Дуже суворий. Якщо я ошибусь, я скажу, типу, да, це ошибка, на самом деле отак от. Ну, а за що звиняться? Нет людей, які не ошибаються. Ну, і щодо помилок, коли ротяка щось не те каже. Дивись, в будь-якому разі ми вже говорили про те, що треба, що ти читаєш, якось тренуєшся, готуєшся до того, щоб коментувати. Давай так, must read три книги для наших глядачів, які взагалі можуть бути не пов'язані з твоїм фахом, які повинні люди прочитати, щоб добре розмовляти. Або українською, або російською, або англійською, будь-якою мовою. Твої must read три книги. Та будь-яка книга, на самом деле, ну, вона учить навіть не скільки розмовляти, скільки, ну, знати слова просто елементарно. Тому що розмова – це не знання слов, розмова – це вміння приміняти ті знання слов, які є. Ну, а так, must read, ну, з останнього, що от прям... От прям сильно впечатлило, это биография Андреа Гасси. Шикарная книга, наверное, из биографий спортивных, наверное, самая. Ты частіше читаешь спортивные книжки, чи художню літературу, чи щось подібне? Наверное, больше... Чи дитячі книжки? Наверное, как-то больше спортивные, учитывая специфику просто... Ну, и специфику деятельности. Даже если это не баскетбольная, как это там тот же Андреа Гасси, всегда можно провести какие-то параллели там или еще что-то, то есть как-то привязать. Ну а привязать поход хоббитов, допустим, ну, к баскетболу, ну такое не всегда получается. Поэтому легче, конечно, когда это хоть как-то, хоть отдаленно, но со спортом связаны эти книжки. Ну що ж, у нас все. Це був Максим Кошелов. Побачимось вже дуже скоро. Чекайте на нас. Пока.